тем, кто давно хотел начать записывать какие-то видео, монтировать видео на телефоне, не знал, какую программу использовать, стоит ли покупать какую-то программу. Я предлагаю зайти в описание к этому видео и скачать два APK-файла. Первый APK-файл – это уже купленная, готовая программа, но старая версия. Сначала вы должны установить ее, после чего устанавливаете новую, более-менее версию, и все настройки активации у вас сохраняются. То есть у вас пропадет значок Mavavi, и вы свободно можете монтировать видео, слайд-шоу в этой программе на телефоне. Ну, все зависит, конечно же, от вашего Android-устройства, от вашего процессора, от вашей оперативной памяти, сможет ли потянуть. Смотрите, вместо того, чтобы покупать данный продукт, вы можете смело зайти, протестить. Если вам это как бы зайдет, понравится, то можете оставить себе эту прогу. Вот. Прога купленная, прога активированная. Работает она вот следующим образом, то есть свободно, без всяких записей, накладных каких-то подводных камней у вас не будет там. Вы можете свободно сохранять видео без водяного знака Mavavi. Успехов вам в творчестве, подписывайтесь на канал, заходите еще в плейлист АПК, где будет много других программ.